Так, решил сделать кормушку бункерную. Подумав, посмотрев, ничего не нашел. Вспомнил, что у меня под снегом есть старая вагонка. Вот низ уже сделал я. Это будет нижняя полка. Вот это уже будет задняя полка. Это для чего я решил это сделать? Просто устал. Утром носишь, в обед им носишь, вечером. Они уже подросли, кушать хотят больше, так как выросли уже побольше. Приходится еще и третий раз носить, в обед подсыпать. Чем постояннее будет корм, тем быстрее будут они расти. Если будет промежуток большой между кормежками, именно для поросят, тем у них медленнее рост будет. Я решил, чтобы был постоянный корм. Ну, у меня раньше так было. Ну, кормушка занята. У больших стоит. Хотел ту железную поросятам поставить. Опять большим нечего поставить. Ну, думаю, ладно, сделаю деревянную кормушку для маленьких, так как они еще слабенькие, я имею в виду, силы столько много нету, как у больших, они ее не разнесут. Для больших, конечно, это слабенькая она будет. Они ее в 3 дня в неделю разнесут, эту кормушку съедят. А для маленьких пойдет. Так что мотайте на ус. Кто держит свиней и сухим кормит, делайте бункерные кормушки. Это упрощит, упростит намного время, меньше будете тратить сил. Засыпал раз, и все. Чем больше кормушка, тем дольше вы будете свободны. Раз навели комбикорм на 3 дня там или на неделю, какая кормушка, смотря сколько туда влазит и за сколько они времени съедают этот корм. Ну, по мере роста они, конечно, будут больше и больше. Но это уже второй вопрос. А первый на повестке дня вот этот, как бы. Так что, раз сделал, неохота, конечно, делать. Ну что, зато сейчас сделал уже, поставил ее, засыпал и забыл, все. Только посматривай и ходи, когда там кончится корм или вода, все. Вода у меня тоже, я доливаю в один бак, а этот бак соединен с пайлушками. Это сосуд. Сообщайся сейчас сосуд со всеми. В один заливаешь, а по остальным растекается. Чтобы в каждую пайлушку не заливать воды, не тратить время. Ну, как будет готово, покажу. Так, ну вот все. Готова кормушка бункерная. Доделал наконец-то. Хватило вагонки. Там еще осталось. Завтра буду. Гнезда надо делать. Хотя бы что-то похожее на гнезда. Ну, типа ящики. Двухэтажные, наверное, сделаю что-нибудь. Чтобы курицы неслись. Вот сегодня еще 3 яйца. Да, сегодня 3 яйца снесли. Так что, ну, радует, конечно, так быстро уже. Обычно долго ждешь, не месяц, наверное. Прошлый раз брали в апреле, а в июле только занеслись в конце. А нынче вот 24 декабря взял, а сегодня уже 1, 2, 3, 4. Ну, 3, 4. 6-10. Ну, 10 дней. Считай, через 10 дней. Потихоньку начинает появляться результат. Ну, это, конечно, еще не яйценоскость, а просто пробрасывает, как бы. Начинает развиваться яйцо, наверное. Ну, вроде как-то так. По-научному я не объясню. Не ученый я. И в школе учился на 3.
Так, ну вот. Сейчас наведем комбикорма. Это чисто для маленьких. Засыпем. Маленько. Все не будем, потому что здесь она маленько влажная местами. Чтобы не гнило. Не прело ли. Не заплесневало. Вот как правильный комбикорм. Засыпем мы. И все. И уже так часто не будем заходить. Только почистить и все. Так. Все, доделали мы кормушку. Установили ее. Засыпали маленько для проверки. Корм посыпался шибко. Начали выгребать. Пришлось нижнюю вот эту вот вагонку, вот эту. Вот здесь должно быть не больше 3 сантиметров щель. Если будет больше, значит будет, ну, очень много поступать сюда, и они будут выгребать это все. Чтобы не выгребали на пол, вот сюда, видите, вот здесь я сейчас подобрал. Надо делать вот такие бортики. И вот здесь вот тоже надо, чтобы вот этот вот комбикорм, он носа не выгребали сюда. Здесь как бы досочку надо прикрутить. Буртик здесь постоянно выгребает. Вот такие нюансы с такой кормушкой. Ну а так все. Освободилось столько мне времени. Вот засыпано. Сейчас можно еще засыпать. И все. Дня два точно. Ведро в руки можно не брать. Так, посматривайте все. И вон в ту кормушку сейчас тоже засыплю им большим. Побольше. И оттуда же брать буду рыжему. И уже бегать никуда не надо. Все. Наконец-то. Кстати, курицы начали нестись. Пробрасывать, не нестись. Ну вот сегодня, вчера было 3 или 4, сегодня 5 уже, 5 яиц. Ну вот, каждый день помаленьку, побольше, все побольше. Все больше и больше. Так что вот как-то так. Уже начали зарабатывать себе на еду. Да, рыжий? Ты-то себе пайку заработал, да, скажи? Я покрыл двое ждога, все. Я на... Как сказать? На чем ты? На, поставили на довольствие. На постоянном. До следующего раза. Так, ладно. Кстати, вот делал насесты. Там и там. По брусочку прикрутил. Сделал вон типа второго этажа из 3 досок там. И с той стороны у них. Ну, чтобы хотя бы кому надо запрыгивали, либо нестись, либо просто сидели там. Чтоб побольше было пространство между ними. Чтобы не кучковались. А то они клюют там некоторые. Других зашугивают. Вот, наверное, вон там вот дырка была. Вот, наверное, курицу одну зашугали, что она вылетела аж. И вот этот козлина сожрал ее. Он знает, что такое уже. Он летом уже 3 штук на сжирал цыплят. Теперь он чухает, что там курица. И все, носом все чует. Когда же вы ко мне придете?